Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Банам Манохарам Ванша калпатарувашча кипасиндхвивача патитанан паванебхва вишнабхибхьо намо намаха мукхам кароти вачалам бхангум ланхетигирим ят кипатамахам ванде парамананда мадхавам бриндавай тулсидеббхай пиявай кешава свача кришна бхакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта наран чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане кишна кату падеше Гаурия патрашу пракасане ча Садану ракта гуру бхакти юкта Бхакти прамадакша жагут барану Дейям сада парибхавагнам авиштадухам Тетаспадам сивабиринчанутам сараньям Виттаттихам панатапал бхавадипутам Банде махапурушате чарна равиндам Ятпадапаллаванакачандаманичатая Виспуражитакимапигабавадушвадурши Пурнануррагарасасагарасарамурти Сарадхикамай када кипам каруш. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Си Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе. Аджану ламмита бхужау канука бодато, Шанкиртаной капитару камула ятакшо, Вишам бару дижа бару жуга дхарма палу Банде жагат прия кару Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Таба Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Муктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно приямананга мада пахарам Баранаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджуша вадане Лакшмир жаша ча бхакшаси Жасьясте идай самбит Твам нишингам ахам бхаже Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Бхамси Вибхишита Карат Навани Радава Питамбара Дорона Бимба Фала Дароста Пурненду Сундара Мукадара Бинданават Кришнат Парам Кима Питатамахам Наджани
Кришнат парам кимапи таттамахам на джане. Банши вибушита карат навани радават. Питамбара даруна бимба фала дарустха. Пурнанду сундара мукха дара бинданабад. Кришнат парам кимапи таттамахам на джане. Кришнат парам кимапи таттамахам на джане. Гаурия Гоштхипати. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Дева Прабхупад. Парамахамса Йогадгуру said that some group of people, they are busy with private interest. And yet another group, Гурушти Пати Шишана Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, что кто-то занят общественным благом, кто-то личным, но мы заинтересованы в абсолютном интересе Шри Кришны. Гауди Гурушти Пати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, что какие-то группы людей заинтересованы своим приватным, личным интересом, какие-то заняты и думают об общественном благе, общественном интересе, но нам ни то, ни другое не интересно. Мы интересуемся, мы думаем об абсолютном интересе Шри Кришны. Нам не нужно ничего. Ничего кроме этого, кроме интересов Шри Кришны. Те, кто совершают Кришна Баджану, у них нет каких-то персональных, личных желаний, каких-то обид, жалоб, корыстных интересов, приватности. И это признак Кришна Баджана. Не все могут совершать Кришна Баджан. Далеко не все могут совершать Кришна Баджан, даже в форме. Ну, кто-то занял пост Ачари. Это далеко не факт, что человек сможет совершать Кришна Баджан. Это разные вещи. Многие не понимают сути Кришна Баджана. Гауди Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру говорит, что я не готов пожертвовать всем миром ради интереса Шри Кришны. И вот даже... И вот... Он удивился, как это, как можно пожертвовать всем миром ради даже малейших интересов Шри Кришны. Но это и есть Кришна Баджан, не все могут понять это. Кто-то видит, что те совершают ошибки, но свои ошибки при этом не видят. Кто-то находится в океане ошибок буквально, но с них не видят свои собственные ошибки. Кто-то может пожаловаться, что вы говорите. Это не авторитетно говорить так, но авторитетно на 100% мы можем так заявить. Я могу доказать это. Все вещи, которые видимы в этом материальном мире, все, что мы можем видеть или не можем, все это проявление Майи Шакти Бхагавана. Вся иллюзорная энергия, которая может ослепить вас,
из этой слепоты вы не можете видеть абсолютную истину за всей этой Махамайей. Хотя вы вроде пришли на путь Кришнабаджана, но что? Пришли, но опять же, прийти на путь Кришнабаджана и совершать Кришнабаджана — это разные вещи. Глупые люди не могут понять. Они думают, что все это одинаково. Я могу показать бесчисленные примеры под именем Кришнабаджана о совершении парикрама, строительстве каких-то храмов. За этим кроется только материальный интерес. Они не могут прикоснуться к Нарисимхадеву и поклясться, что нужно на самом деле. Они не могут заявить, что делают что-то для Шрилы Прабхупады или Гуруварги. Я многих просил это сделать, но никто не может поклясться, что они делают это ради Кришна Баджана, они трусы. Трусы умирают много раз перед тем, как умереть по-настоящему. У них нет силы говорить о том, что сказала Шрила Прабхупад. Почему бы не говорить о том, что сказал Шрила Прабхупад? Это Шрила Прабхупад. Когда мы говорим об абсолютной сиддханте Шрилы Прабхупады, об учении Гуру-варги, о божественной сиддханте, то тогда за все последствия этого ответственность берет Баларам. Если кому-то это не нравится, то Баларам, он отвечает за все это, поскольку мы его представители, мы говорим об абсолютной истине. У меня нет ожиданий от вас. Вы можете делать или не делать. Это ваша привилегия. Как вы совершаете Гуру Севу, будете ли кооперироваться со мной на пути совершения Гуру Севы или нет, это не мои горестные интересы, это интересы Гуру Варги. И вот, чтобы защитить даже малейшие интересы Бхагавана Шри Кришны, я готов пожертвовать всем миром, поскольку весь мир — это ничто, но проявление этой иллюзорной энергии Майя Бхагавана. И такое состояние. И вот пылинка с Голоковой Кунхи, она более значима, чем весь материальный мир. Поскольку это позитивный мир, а это негативный мир. Этот материальный мир — это искаженное отражение того трансцендентного мира, и мы забываем об этом. Но не все это помнят, и вот Шрила Прабхупада говорит, есть тот позитивный мир, этот негативный мир, и все, что у нас есть. То есть в этом мире все, что мы пытаемся достичь, оно равно нулю, поскольку после смерти ничего не остается. И еще такой момент, что с математической точки зрения, те, кто высшую математику изучают, вот, понятия о негативных и позитивных числах. То есть если этот мир негативный, все, что
отрицательные и положительные числа. Но еще такой момент, что если в начале вычислений совершить ошибку, то все последующие вычисления, они... они обнуляются. И вот если есть какой-то запах ложного эго, все, что мы пишем, делаем, проповедуем, все становится нулем. Будьте осторожны. Люди многие очень глупые, пытаются посвятить очень много сил каким-то бестолковым вещам и не понимают, что вначале совершают ошибки, не обретают силу. И эта их глупость посвящать столько сил, энергии каким-то бесполезным вещам. Почему бы не избавиться от ложного эго и заняться чем-то настоящим? Из-за этого мы не можем прогрессировать в нашем баджане, если мы будем жить как ребенок. Если посмотреть на жизнь Бхакти Прамода Пуригасы Махараджа, она настолько чиста, что даже с жизнью ребенка ее не сравнить. Его простота — это проявление Вайкунтхи, и нельзя ее сравнить с чем-то материальным. Он всегда очень смирен. Даже когда дети приходили кланяться к ему, он сам кланялся им вначале. И вот я могу дать формулу, благодаря которой можно достичь трансцендентного океана блаженства. Condition so that they cannot hear my Harikatha. Because it is not my Harikatha, it is a Harikatha Prabhupada. But I am challenging after 20 years, 10 years after my death. Я бросаю вызов, что после моей смерти все будут слушать Харикатху, они поймут, что их гуру был обманщиком под видом проповеди. Занимался чем-то другим, но так, последователи таких людей, опьяненные их влиянием, когда эта интоксикация пройдет, они поймут, что к чему. И вот я могу привести пример в Упанишадах, говорится. Я написал в начале моей протестной книги не враждебность, а решение, что, по крайней мере, какие-то человеческие качества, рациональность в них пробудить. К сожалению, в наш век деградация человечности очень плачевна. Даже животные не могут опуститься до того уровня, что люди или так называемые преданные делают. Если людей сравнивать с животными, это неуважительно. Животные обидятся. И вот Сиддханти Махарадж говорил. И вот он говорил о своей харикатхе. Даже собаки уличные, они протестуют, жалуются.
на людей. И вот эти собаки говорят: «О, люди, как вы можете говорить, что вы выше нас?» Мы кусаемся, деремся, убегаем откуда-то только для того, чтобы поддержать свое тело, для выживания. Но вы ради чего боретесь? Еды у вас достаточно, денег достаточно. Из всего остального. Почему вы до сих пор испытываете жажду к материальным вещам? Нужно видеть некоторые под именем проповеди, занимаются только сбором денег и не видят все опасности, которые их подстерегают. Very clearly it is applicable in your life. If you can, you can do. Yasmin sarvani bhutani atmaiva bhut vijanataha tatro koso koko maho ekatam anvashata. Why you are failure to see there is only one tatra? Why you are thinking you are a separate tatra? Why? Why you are thinking that you are a separate tatra? Why you cannot see there is only one single tatra? Почему вы не можете видеть одну единую адвагьян-таттву? В этом как раз недостаток, то, что люди не видят одну единую таттву, а видят все раздельное. Если мы сможем видеть все разнообразие в единстве, все разнообразие этого мира. Then you can never become angry. You cannot have any complaint. Yasmin sarvani bhutani atmi bhavat vijanta. Guru Pātpad wanted to teach me. If you have no envious attitude, Guru Pātpad говорил, что если у меня нет вражды никому, no father can attack you. И говоришь искренне, то никто не может навредить тебе, даже змея не укусит. Даже если наступить на хвост змея ядовитая, и то она не укусит, потому что Кришна в форме Параматмы пребывает в каждом сердце. Почему я не могу видеть Кришну внутри вас? И в этом наша ошибка. I have no privacy. У меня нет. I have no privacy. Open, I'm a naked man. You can come and see. Никакой приватности, можете прийти посмотреть. Я живу открыто. Если кто-то дает какие-то пожертвования, я отдаю их обществу. Now I think what is there? Maybe it is a donation for that new place. New place. In Vrindavan. So I can hand over, I bring. So this way I have no self-interest. И вот у меня нет никаких корыстных интересов, чтобы поддерживать свое тело, нужна какая-то одежда, еще что-то. И я доволен этим. I'm completely satisfied with that. Only dissatisfaction is there, I cannot do actual revenge. That is fine. Единственное, о чем беспокоюсь, о том, чтобы совершать харибаджан. И вот откуда вопросы сожаления приходят?
если все делается Кришной, прямо или косвенно. Если я могу видеть все два агентатва, то все наши жалобы, недовольства, они все пройдут. Если мы видим адвайгентатву, и другая шлока. That is also. Why you are expressing money, position available in foreign country? Why you cannot rectify yourself? Try to preach in front of yourself. Исправить себя, начать проповедовать самим себе. That was the vichar of Srila Bhaktivinoda Puri Goswami. Vichar Srila Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaja, Sridhara Maharaja, Srila Keshava Goswami Maharaja. Главный был принцип проповедовать самому себе. Some lady devotee speaking in front of me, Maharaj, all vacant. All vacant, why? Why all vacant? After hearing so many harikatha, so much things, empty, empty. And for that, whom to blame? For that, whom to blame? You are responsible for yourself. Whom to blame? Кого же обвинять в наших неудачах? Если посмотреть по сути, то всякой человек, он сам причина своих несчастий. Поскольку он несправедлив к себе, к Гуру Вайшнавам Бхагавану, поскольку есть великое сокровище духовной жизни, можно взять его все, но кто может? Оно не скрыто. Не то, что не скрыто, но открытое, но не все могут увидеть его, ощутить, чувствуют какую-то пустоту внутри. Почему же так? Из-за нечестности по отношению к себе, прежде всего, вся апокрита вани вайбав. И если подумать на основе этой татвы, то мы увидим, что что и что. Однажды один индийскую систему. Однажды один преданный должен был передать какие-то бумаги второму, второй, третьему, или четвертому, что-то исправить, передать пятому. И, в общем, когда тот пошел эти бумаги передавать, напали на обезьяны, разорвали все. И в общем, уничтожили. И этот, тот, который... Ему дал эти бумаги, и начал ругать его, что как ты смел, мог бы более внимательно относиться к этому делу. Тот какой-то маленький преданный увидел, как тот Махарадж гневается, и замечание сделал Махарадж, почему вам не увидеть в этом желание Кришны? И тот успокоился, что удивительно. И с Шрилой Прабхупадой тоже так случилось. Однажды он написал комментарий на первую шлоку Бхагаватам, вот на эту.
Он отправился в какое-то уединенное место, где-то тут от Кришнанагара. Достаточно, ну, не то, что далеко, но далековато. Хорошо, был однажды. Потом еще раз пригласили, но сказал, что не поедет. Во Вриндаван тоже приглашали. Махараш говорит, какой-то куда ездит, и вот так или иначе. Хаскали, это место называется. Там, где Шрила Прабхупад с Парамананды отправился туда, Шрила Прабхупад там находился и писал комментарии к первому стиху Шримад Бхагаватам, ну там джунгли буквально. И вот написал вот столько. А, там божество Гуранги было вот такого размера. И вот Шрила Прабхупад писал это все, писал и писал. Что случилось? Ночью Шрила Прабхупад уснул. С утра просыпается, нету рукописи, куда она делась. Все там раз. Что же делать? Искал, нигде не было. Шрила Прабхупад подумал, может быть, это желание Гуранги, поскольку без его желания ничто не может случиться, ни прямо, ни косвенно. Напишу заново, и вот написал он заново. И он не гневался, как некоторые. И с Туласи Дас Махараджем тоже случилось подобное. Он писал Рамачаритру, с самого начала начал писать, каждый день дописывал что-то, дописывал, писал, писал, и потом решил отдохнуть. Ночью утром просыпается, ничего нет. Что случилось? Все пусто. Вроде бумага та же самая, ручка то же самое, писал каждый день. И вот однажды проснулся утром, видит, что все, что он писал, куда-то пропало. Причем бумага осталась, а записи все пропали. Вот он начал поститься и молиться Каше Вишванатху. Варанаси это было. Почему его Вишванатх? Что случилось? Писал тут каждый день, и вот результат. И Шанкар Бхагаван пришел во сне и сказал, что я сам это сделал. Прости меня для великой божественной цели. Я хотел, чтобы ты написал это на понятном языке, а не на санскрите, чтобы обычные люди тоже могли читать. И вот на Вьясасане, если я говорю ложь, я помру сегодня. И вот Махараш написал, составил, отредактировал в сумме где-то 80 книг, но еще тут к публикации готовится тоже достаточно много. Хорошо. На все свои книги не ставил никакого копирайта, даже именем своим редко подписывался, обычно Шридас Баба только. И в итоге какие-то преданные, они сказали, что столько таких полезных вещей пишите, если кто-то будет возмущаться против кого же возмущаться, если там имени нет.
надо хотя бы имя свое указать, чтобы кто-то был ответственен за эти слова, и хорошо, я начал подписываться своим именем. Были, так сказать, анонимные, а статьи Махарадж тоже много написал. So many devotees, so-called devotees, and they are going to memorize my harikatha. You come, I can show. But they are speaking, I am not there. Okay, very good. So many, not one. I can solemnly say, but I am not any. Okay. Actually, I am speaking about Prabhupada. I have no right to reserve it. Okay, they are speaking, it's also good. Somebody is going to copy my book. Кто-то копирует книги, публикует под своим именем. С одной стороны хорошо, с другой не очень. Но книги распространяются, и это хорошо. Кто-то называет меня животным, кто-то гением. Genius. And Janva means beast. Somebody is speaking me beast. Janva. And somebody is speaking me genius. All same to me. I don't find any difference. You have no self-interest. I cannot speak like that Acharya. All they are all idiot, all Gauriamat, useless, I cannot speak. That is your mistake. So many devotees left me. After so much time, they could realize Baba speaking right. They again joined. They left me. Oh, you're speaking, doing Vaishnava Pratha. Некоторые думают, что я совершаю Вайшнава Пратху, оставляют меня, но потом спустя какое-то время понимают, что к чему, и возвращаются. Если я бы совершал Вайшнава Пратху, у меня был бы страх, я не мог бы говорить так бесстрашно. Не все это понимают, я открыто говорю всем. Somebody speaking against me, you are idiot, you think, okay, then Baba is speaking, she is speaking, and maybe he is, okay, I'm fallen. In your opinion, I'm fallen, I give white acclamation, okay, right, I'm fallen. Don't come. Don't come to me. Don't come, I cannot give time to you. I cannot give time. I can give time to a small boy. Small boy, the small boy can come, sit. Take narrow street. I can proceed with them. I feel more comfortable. Then at least they have no complications. You can come and discover, oh, small boys come. I like a small boy player, I'm playing. Or joking, this, that. Small boys come. I feel more comfortable. Then I talk with the at present, those big people. That's why I avoid them. I know they are politicians. Можно видеть, что некоторые под видом духовности занимаются только политикой. Nachite, nachite, nikote, jaibo, jokon, dakibe, tumi. Oh, Vaishnava Thakur, whenever you can call me, like a dog, you can go, you can stay. Like Bhakti Vallabhacharya Goswami used to call to our mata, our insurer. Hey, you send someone to say immediately, Rishikesh was speaking, over telephone. That time, no mobile was not there. You send someone to say immediately, because Bhakti Vallabhacharya Goswami is calling him, so much urgency. Then they are going to give me message, I'm dancing with the leg. My tail, I'm running there. Вот если я увижу какого-то Вайшнава, я рад служить им. Вот когда Шрила Бхакти Валлабхатхира Госвами Махарадж звал меня по какому-то делу, я с радостью и шел к нему. Он звонил в наш Матхама, этот настоятель Матха передавал мне, что меня он зовет, я с радостью ехал туда. Soma Seva, he will be more enthusiastic. Soma Seva,
Если к нам приходит много служений, мы с радостью, с энтузиазмом совершаем это служение, это милость Бхагавана. А если кто-то устает от служения, это настроение непреданных. Совершать Кришна Бхаджан – это не шутки. Я не могу шутить с вами о Кришна Бхаджане, поэтому вынужден говорить вещи такие, какие они есть, могут они жесткими показаться, но чтобы занять вас в настоящем Хари Бхаджане, я вынужден говорить так. Я, может, как-то жестко выражаюсь с вашей точки зрения или недостаточно вежливо, как в Раджавасе, но все же я делаю все для удовлетворения Шри Кришны. И так или иначе, сегодня день явления Бхагавана Шри Кришны Парапаракилешвара, властелина бесчисленных брахман, у которого нет никакого ложного эго. Он изначальная причина, изначальная причина всего, причина всех причин, у него нет ложного эго. И вот Бхагаван Шри Кришна не мы очень малы по сравнению с ним, настолько мы малы в этой вселенной. И почему мы не можем понять, что те, кто совершает Гуру Сева, они уважаемы для нас? Если кто-то совершает Гуру Сева, мы должны уважать их искренне. Мы не должны злоупотреблять, как вы мне дали возможность находиться на Вьясасане. Я должен использовать это положение правильно. И вот Бхагаван Шри Кришна явился сегодня. Так много вещей я хочу сказать, но времени не всегда хватает. Кто-то говорит, что я говорю слишком быстро, что за час успеваю сказать то, что другие говорят за два часа, а то и дольше. И вот в начале всего я хочу сказать различные мнения о Кришна Джанмаштами, вроде праздник. Многие преданные жалуются, что вроде одна семья, почему кто-то Джанмаштами вчера отмечает, кто-то сегодня, почему так? Что сказать? Я очень малое создание. Когда библиотека была украдена, которая очень цена в деньгах,
сложно оценить Ачарья Бхагава Загауди. Миссия пришел в Гамчу, это лет 15 назад. Я писал книгу о Вишнупри. Махарадж аскетично жил без электричества и вентилятора. И вот так сидел, потел и писал. Ну, в Индии там под 40 температур. И три книги сразу писал. И вот я вспомнил что-то, проснулся, дописал, заснул, потом проснулся опять, дописал то, что забыл. И вот этот Ачарья пришел и спросил, зачем вообще этому обществу какие-то эти книги дали нам. Раз я не дал, просто они там лежали какое-то время небольшое, их украли. И вот, и зачем этим занимается человек, занимающий пост Ачарьи, непонятно. Ну, в общем-то, общество вскоре превратилось в какой-то воскресный клуб. Вместо матра, вот такая у них ментальность. И вот почему какая-то группа преданных отмечает вчера, какая-то сегодня, ответ, что может находятся ли они в преемственности с силой Прабхупады или нет. Можно такой вопрос задать. Поскольку легально, открыто нельзя сказать, что они не находятся. Можно намек дать, чтобы слушатели сами подумали, отклонились ли они от пути силы Прабхупады или нет. Поскольку если мы все в преимущество силы Прабхупады, то почему так много разных мнений на один счет, на тот же даже на стороне. Какие-то глупцы могут следовать им, но какое дело это относится, какое нам дело до них, мы заняты служением силы Прабхупады. Даже если весь мир будет обманут, то какое дело нам до них? Я пытаюсь что-то сделать для них, но если они не хотят принять это, то это их дело. Хотят быть обманутыми и обманываются. И каково же суждение Шрилы Прабхупады? Шрила Прабхупада был лучший из астрологов. Даже сейчас то, что Шрила Прабхупада написал в раннем в юности. Они читают его тезисы. И вот даже сейчас эти исследователи, они восхищаются его статьями и тезисами. И вот, несомненно, Шрила Прабхупада не может совершать ошибок. И те, кто следует Шриле Прабхупаде, где возможность совершения ошибки, если они полностью следуют ему, где может возникнуть вероятность совершения ошибки, если мы следуем ему. Можно видеть, что кто-то организует праздники, кричит «Джай Прабхупад», но какое отношение это имеет к Шриле Прабхупаде? То есть такие люди иногда находятся в черном листе у Шрилы Прабхупады.
А если мы следуем Шриле Прабхупаде, мы должны следовать все вечера в Сиддханте Шрилы Прабхупады. Если вы любите меня, мы должны уважать также тех, кто служит ему. Whatever, I'm not going for collection anywhere in whole my life. Whole life I never went for collection. Only for Guru Maharaj when they send that is it. Whatever you are giving, this, that, at present for Gosala, for this, that, and this. Follow. And that time, pranami was very less pranami. Somebody gave 50 rupees, 10 rupees, 20, all I gathered. And used to keep in one place and give to the pressman for painting books. И вот Махарадж на пожертвование издал все свои книги и ел только картошку, вареную и рис. Даже фруктов не, месяцами не видел, в таком состоянии жил. Or their disciple is my disciple. Their disciple was not my disciple, my guru. I told many times. Or your disciple is my all children. I love them. You know very well. Махарадж всех преданных считает своими детьми и беспристрастно ко всем относится, но все же майя мешает многим признать это. This way I used to meet my press experience. Whole world knowing. But who is going to subscribe me? Because I am not a cheater. Who is going to subscribe me? Who? Nobody. Because I am not a cheater. That's why. That is my fault. Но некоторые боятся такой прямоты и правдивости. Есть много людей, которые хотят быть обмануты и обманываются. And though they are giving billions of dollars to these cheaters, they are putting money in the businessman here, there, the billions of whereas for a nice, you know, absolute cost. Но еще нужно видеть, что люди боятся, ну, готовы отдать деньги всяким мошенникам, а какие-то благие цели они боятся давать что-то. Let me see. Wait. Like Guru Maharaj. Last moment, nothing there. Pardon me. What I can cook, Maharaj? 7 o'clock over. And now you need to cook so many things, Bharati Maharaj cooker. Brahmachari. Guru Maharaj doing harina. Everything you can get. Doing harina. Nothing there. No dal, no rice, no chapat. Nothing there. Ghee, nothing. Bharati Maharaj, nothing there. Однажды на празднике, вот Бхакти Прамод Парикасвами организовал праздник, вот, не помню какой, но в 7 утра еще ничего не было, вообще ничего не было. Тут настало 8 часов, начали приходить прихожане, приносить с собой дал, рис, овощи, масло, сахар и все остальное, нанесли столько продуктов, что на полгода хватило, и даже больше. Power,
I can request you to circulate this voice everywhere. If you have your power, if you have your background, irrespective of any society, anything, I request, if you have your background, you please circulate. If you have no fear, whoever is in the world, whatever is the position, I request, if you have your background, you circulate. If you are in favor of the absolute truth, you can feel free. No hesitation, no anxiety to participate. Do and so me. I promise you I cannot take any money position. I cannot take. This is only because we are deviated from Prabhupada. That's why he is doing Janmashtami, is tomorrow. Okay, we are going to И вот Сиддханта в том, что если мы откроем Вайшнава календарь, то я могу показать, что и вот вчера весь день был аштами, но саптами до 7 с копейками было утро, и до того времени саптами седьмой день был. Но весь день был аштами. Ночь тоже аштами была сегодня. 8.30 аштами кончится. Но мы соблюдаем сегодня. Почему? Кто тут прав, а кто нет? Тут, но как считал Шрила Прабхупад в соответствии со своей сиддхантой? Как Экадаши, когда оно соприкасается с дашами, нужно его отвергнуть. И если какой-то Экадаши соприкасается с дашами, то в этот день не постятся. Если поститься, то будет обратный результат. Мало того, что не получим благо от соблюдения кадыши, еще и демонический характер разовьем. И вот два души с акадыши, когда совпадают, то в этот день благоприятно поститься, и постятся можно выразить полное почтение двадаши и экадаши самому. А когда экадаши чистые, то тоже постятся. Но вот с этим джанмаштами суть в чем? Это мы должны понять. Мы заинтересованы в том, чтобы следовать вичару Джива Госвами Паду, который описан в Сандарбхах, в Гапал Чампу Джива Госвами тоже написал. И вот какая сиддханта там. Мы должны помнить, что Бхагаван Шри Кришна явился в тюрьме Камсы. Мы знаем об этом ночью в полночь, но опять же это не совсем полная информация. Но мы должны помнить, что он Васудев Кришна. Но в полночь Васудев Кришна явился четырехрукой форме Васудева и Деваки. И вот я твой сын, как нет, ты смотри, ты четырехрукий, кто ж поверит, с палицей, с лотосом, с прочими атрибутами Верховного Господа. И вот Деваки Васудев начали прославлять его как Верховного Господа, но Бхагаван говорит, хорошо, я явил
четырехокую форму для того, чтобы вспомнили свою прошлую жизнь Кришне Варбха или как-то. И вот наш Нанда Ишуда, это Дорадроны, а они... Забыл Махараши имя, но тем не менее, вот они родились. И после этого они совершали множество аскез в предыдущей жизни. И после этого я явился перед вами и спросил, какое благо вы хотите обрести, благословение от меня. И вы сказали, что вы хотите иметь меня в качестве своего ребенка, и вот я родился как ваш ребенок. Вы оба хотели обрести меня как своего ребенка. И поэтому, чтобы напомнить вам об этом, я явился в четырехокой форме. И вот сейчас Бхагаван, он свои айшварью, он убрал, где стал. Девайки увидела такого ребенка у себя на коленях, и что случилось? А что было минуту назад, она сразу забыла, даже секунду назад, то, что Кришна явился в четырехокой форме, и все это сказал, они сразу же забыли, это по воле йога майи произошло. И таким образом, Кришна явление так или иначе, это не материально, это трансцендентно. Явление Кришны трансцендентно, джанма карма. И вот Бхагаван сказал, что мое явление, оно трансцендентно. И вот его зовут Васудев, но это не Кришна. Кришна — это Кришна, но не Нанданадан Кришна, он не своям Бхагаван, он Васудев, а сам Бхагаван Нанданадан Кришна, и Яшоданадан Кришна, и Шачинандан. Они. Они своим Бхагаван, не вот эти, не Пракаш, не Прабав, не Вайбав, нет. Мы можем только сказать, что Бхагаван Нанданандан Кришна и Шачинандан, они не отличны друг от друга. И это Абирбав Таттва Кришна внутри тюрьмы Камса. Кто такой Камса? Кто может видеть? Кто может? Может ли он видеть Кришну? Если у него сила, он Камса. Мы знаем Рупа Госвами Пад, пишет в Киртане. Никто не может видеть Кришну без милости Кришны. В Сандарбах Кришна, наш Джива Госвами Пад пишет, что у Бхагавана бесчисленные шакти, мы не можем посчитать за всю историю Кришны бесчисленное количество шакти, но есть особая шакти, называется самопроявленная энергия. Если Кришна уже внутри,
что я не хочу. То есть Кришна может быть, но мы не можем видеть его, поскольку Кришна уже сказал, что мои преданные, где они собираются, воспевают мою славу, я присутствую там. Но мы не можем, если мы не преданные, мы не можем видеть Кришну. Но Кришна вот в форме Бхагаватам также. А кто это видит? И вот Кришна, у него есть такая энергия самопроявления. Кришна может проявиться и доказать, что он там, и также может доказать, что его там нет. Гуру, Вайшнавы, Бхагаван, они оставляют за собой право не быть открытыми нашим органам чувств. Это не вопрос денег, власти и остального. И вот Гуру, Вайшнавы, Бхагаван, Дама, Нама, они оставляют за собой право не быть открытым нашим органам чувств. И в этом Сиддханта. Мы должны помнить это. Камса, он... Когда был обманут, в то время никто не знал. Когда Кам первый раз... История долга. И вот сначала Баларам пришел, потом Кришна. Но времени нет, я потом как-нибудь объясню эту шлоку. И вот вопрос в том, это не материальное явление. Не, оно не явилось из чрева матери Кришна. С материальной точки зрения, для материалистов такая информация, что явление Кришны — это не шутка, это не материальное явление, понимаете, о чем я говорю. И потом я отвечу, почему. Почему? Хотя... Ну, чем... Почему Джанмаштами сегодня именно отмечается и соблюдается? Причина в том, что они в тюрьме Камсы, Васудев Кришна явился, а потом Васудев Кришна был перенесен в Гокул, и там Гопалчампу описывается Васудев Кришна. Он был взят Васудевом. В общем, эта тюрьма открылась. И потом, когда он ушел, она закрылась. И за ним, за Васудевом, Ананта, он защищал от дождя и всего остального. И их Васудев не знал, что Анантадев защищал его всю дорогу. И Ямуна, и вот Ямуна пересекли, пошли в Гокулу, в Гокуле Яшода была без сознания. Но опять же, не в материальном смысле без сознания, а нужно прояснять каждое слово, их правильно использовать. И вот там Васудев, он положил ребенка на кровать, где Яшода была, и после этого он обнаружил какую-то девочку там, Йога Майю, или Махамаю, можно сказать. И вот одна девочка была там очень мала, маленькая, и вот там он, Бхагаван сказал,
ему, что положи этого мальчика, девочку забери, поменяй их местами. И вот в соответствии с наставлением Бхагавана, эта девочка была, ее он отнес в тюрьму Камсы. А эти охранники спали по воле Йога Майи. Ну, как можно наблюдать тут на воротах Индии, два охранника постоянно спят, вместо того, чтобы охранять. И вот таким образом они пришли. И вот она начала плакать, и тут все проснулись, что кто там плачет, какой-то ребенок, и сказали Камсе, что вот поскольку как Камса дал ему указание, как кто-то родится, сразу сообщить. И вот сообщили, и он побежал. И вот он прибежал, весь растрепанный, такой тяжело дыша. Давайте, открывайте. Взял эту девочку. Деваки сказала, что ты делаешь? Как отдай, это же девочка. Твои счета, тебе же сказали, что мальчик тебя убьет, но не, а не девочка, но какая разница, давайте. О, брат, ну, оставь девочку хотя бы, ты тут всех мальчиков убил. Нет. И вот он взял, замахнулся, чтобы ее кинуть. Она выскользнула у него из рук, приняла восьмирукую форму, рассмеялась. Ты хочешь убить меня, но тот, кто тебя убьет, уже родился. И вот главное сиддханта в том, почему мы соблюдаем джанмаштами, эти титхи сегодня. Причина в том, что Шрила Прабхупад, Кешава Госвами Махарадж, они все говорят, мы вынуждены выражать почтение тому джанмаштами, когда Йога Майя также тоже родилась. Мы отмечаем тот джанмаштами, в который соприкасается с навами. Когда аштами соприкасается с навами, и вот сегодня это где-то 8:30 или около 9, навами началось, и мы выражаем почтение этой Йога Майи. И поэтому в этот день соблюдаем даже Йога Майи вначале выражаем почтение, потом Кришне. И вот вайшнавы, эти чистые вайшнавы, они следуют этим указаниям в шастрах. Когда джанмаштами соприкасается с навами, мы, и сегодня также праздник Йога Майи. Поскольку, когда Кришна, он выражает почтение Йога Майи. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, когда Кришна, он эту, являет Расалилу, то говорится, Йога Майя упасы там. С
помощью йога Майи Кришны он является Расалилу, и поэтому у нас нет права как-то игнорировать или не уважать эти навамитирхи. Как же это все в балансе поддержать, и поэтому мы следуем точной процедуре. Это сегодня день Джанмаштами, титхи может там чуть-чуть назад или вперед двигаться, но это не проблема. И вот чистые вайшнавы, они отмечают Джанмаштами, который соприкасается с навами, как сегодня. Понимаете? И вот я хочу открыть мистерию под руководством Джива Госвами Пада. И вот Джива Госвами Пад пишет, это Йога Майя организовала то, что Васудев Джи не мог обнаружить другого мальчика, который там был, там, где была девочка в Гакуле. Васудев не мог, не заметил, что был другой мальчик уже там. Он заметил девочку, а мальчика не заметил. Это по воле Йога Майи. Он увидел только эту девочку. И когда Васудев Кришна, он и в тот момент, когда он Васудева положил туда, этот Васудев слился с изначальным Кришном. Кришна Яшода родила девочку, мальчика. Кто там первый, не столь важно. Родился, ну, почти одновременно, и это по воле Йога Майи произошло, когда Васудев Кришна, он и вот они объединились, слились друг с другом, и стал один Кришна. На самом деле, Яшода, она родила, это тоже трансцендентно. И о Нанде Яшоде, не только Васудева Девати. Этот титул оставлен для Нанды Яшоды. Что за титул? Нандатмаджа. Если вы немножко санскрит знаете, то тогда поймете. Нандатмаджа значит Нанда Атмаджа. Из Нанды Бабы Кришна явился. Отец. Оно применимо к Нанде. Махараджа Нанда Баба. Он был очень счастлив. И вот Кришна, он царь Ваджадхама. И это на Яшода родила Кришну в возрасте достаточно пожилом, около 50 было или что-то такое. Есть киртан такой. И вот нас ждет великое сокровище. Is not
И вот даже Шанкара Брахма, они и то не могут увидеть Кришну на какую-то часть секунды. И у них нет ложного эго. А у нас оно есть. И вот что случилось. Васудев Випра объединился с Нанданадой Кришной, и поэтому так много свидетельств в Вишну Пуране, Брахманда Пуране, Бхагаватам, в Ведах о Кришне и остальном Гопал Чампу. И вот это Сиддханта Вичара, Джива Госвами Пада, то, что Васудев Кришна слился с Нанданандом Шри Кришна, и секретность Сиддханта в том, что когда необходимо только Васудев Випра, Кришна приходит и убивает Багасура, Багасура. Кто это делает? Это не Кришна делает, хотя может показаться, Кришна этим не занимается. Кришне некогда этим заниматься. Кришна, он ни с кем не дерется, выходит без оружия. Единственное, что у него есть, это флейта. И вот Нанданандан Кришна ни с кем не дерется, не сражается, только играть может. А кто это делает? Васудев Кришна. Я в один день могу обсудить, почему сладость Кришна Лила очень высока, почему Кришна Лила настолько прекрасна. И поэтому Гауранга Махапрабху хочет сказать Рупе, о Рупа. Кришна, он бесконечный океан раса. Как я могу объяснить? Махапрабху говорит, я обычная джива. Он сам Кришна. Как я могу объяснить? И вот Кришна, он Нанданандан Кришна, он океан, бесконечный океан расы. Я не могу объяснить, это невозможно. Я хочу then you can run. You are not getting tested. You are not run. You
И вот наше читание Махапрабху говорит, почему капля Кришна према. И вот Махапрабху говорит, о Рупа, капля Кришна према может затопить весь мир. И вот вы понимаете значимость Кришна према. Настолько она высока. Мы, приезжая сюда, должны заниматься Харибаджаном. Харибаджан — это наша единственная обязанность. Нет никаких других путей. Все, что мы делаем, мы должны делать для удовлетворения Шри Кришны. In the name of Janmashtami or Gaur Janma Jayanti, whatever you cannot do. I cannot cheat you. You have to do actual Haribhajan, that will speak so much heavy language. Мы должны совершать настоящий Харибаджан, поэтому иногда приходится говорить жестко, вынужден так говорить, нет никакой враждебности к кому-то. One testing all criminals or in the guise of sannyasi acharya, if there is criminal, if you put if they undergo that kind of testing, and that testing is 5 or 6 part, what is called now recently one criminal activity, then if you are there now, they can get all information. If you speak lie in computer, they can speak. Детектор лжи, вот, я советую. Махарадж совет кому-то дал, если проверить всех ачарьи и саньяси, то мошенников и всякого криминала среди них будет очень много, чтобы проверить, говорят ли они правду или врут, не стесняясь. One is head, you know, one is finger, toe, 5-7 different forms. Now they are applying this. Police can beat them, but still can speak lie. But their testing is 100%. I forget that name. Very important. You should know you are from that kind. Huh? One kind of technology at present, new at present. Полиграф. Вот Махарадж советует всех, кто называет себя саду, саньяси, ачарьи и прочее, чтобы они прошли тесты на полиграфе. Когда о Кришне говорят, тогда выяснится, кто врет, а кто нет. И все такая, все лицемерие сразу выяснится. И вот все мои намерения в том, чтобы занять вас в Харибаджане. Бхангши бибушита карад навани радават питамбарад оруна бимба фаладар устад пурненду сундара мукадара винданават кришнат парам кима питаттамахам на джане. Кришнат парам кима питаттамахам на джане. Ванча калпатурусике басинду бхавача патитанам павани бхо вишнавьо намо. Now I am going to hand over this donation given by this mama. I don't know what for. I never touch it. It was there. So I can hand over to the society our for this power. Yes. You can take it.
Now you can give it. Why you can take risks, you know? You see he's giving, I can hand over for this noble purpose, you know? Very good. You can use it, surely you can use it. Now we can do some kirtan, no? Yes. Foolish, going to home, to sleep. Foolish. Hey, give me ghanta. Yes, foolish, or quickly going to room, to sleep. Bandeham Siguru Sitapada Gamanam Sigurum Vaishnamansha Sirupam Sagurajatam Sagano Lalita Sivisagangitansha Agyanti Vinanda Siganyana Salakya Chaksuranitam Yena Tasme Siguru Venama Vancha Kalpaturva Shikipasindhu Vavacha Patitanang Pavanebha Vaishnavibhyo Namo Nama Narayana Namaskitananam Jeevanarattamam Deving Saraswating Vyasam Tato Yamudya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Gurudev kabe tabo karuna prakashe Gurudev kabe tabo karuna prakashe Sri Gauranga lila hoy nitto tatto ei dhiro bishase Sri Gauranga lila hoy nitto tatto Edhiro vishase Hari Hari boli Godmo kanone Brahmibo darshano yase Hari Hari boli Godmo kanone Brahmibo darshano yase Nitai Gaurango Advaita Sivaj Gadadharo panchajana Nitai Gaurango Advaita Sivaj Gadadharo Panchajana Krishna Namo Rase Bhasabe Jagat Kari Mahasankirtana Krishna Namo Rase Bhasabe Jagat Kari Mahasankirtana Kitana Vilaj Midango Vadan Suni boya pono kane kitano vilal midango badyon suni boya pono kane kitano vilal midango badyon suni boya pono kane kitano vilal midango badyon suni boya pono kane Dekhiya dekhiya selila madhuri bhashibo preme no bane Dekhiya dekhiya selila madhuri bhashibo preme ro bane Na dekhiya var selila raton kadiha gaurango boli Na dekhiya var selila raton Kadiha Gauranga Boli Amare Bishoi Pagolo Boliya Angete Dibe Koduli Amare Bishoi Pagolo Boliya Angete Dibe Koduli Gurudev Kabe Tabo Koruna Prakashe Gurudev Kabe Tabo Koruna pukase Sri Gauranga lila hoy nitto tatto ei dhiro bishase Sri Gauranga lila hoy nitto tatto ei dhiro bishase Hari Hari boli godmo kanone bhramibo darshano ashe Hari Hari boli Godrumo kanone, Brahmibo darshano ase
Dayal Guru Devo, Dayal Guru Devo, Guru Devo, Dayal Guru Devo, Dayal Guru Devo, Dayal Guru Devo, Guru Devo, Dayal Guru Devo. Oh, he Vaishnava Thakuro, Dayaro Shaguro, Idasi Koruna Kori, Oh, he Vaishnava Thakuro, Dayaro Shaguro, Idasi Koruna Kori. Diyapado Chaya, Sodohe Amare, Tomaro Charno Dhori. Diyapado Chaya, Sodohe Amare, Tomaro Charno Dhori. Chaya Vigodomi, Chaya Dosho Shodhi, Chaya Gune Odeho Dase. Chaya Vigodomi, Chaya Dosho Shodhi, Chaya Gune Odeho Dase. Aar Chaya Sato Sangho Dehoe Amare, Basachi Sanghe Roase. Chaya Tasa Sangho Dehoe Amare, Basachi Sanghe Roase. Krishna se tomar, Krishna dite paro, tomaro shokti ache. Krishna se tomar, Krishna dite paro, tomaro shokti ache. Ami to kangal, Krishna Krishna boli, dhai tavo pache pache. Kangal, Krishna Krishna boli, dai tobo pache pache. Tumi dileo dite paro, tumi dileo dite paro. Krishna tomar hidayer dhan, tumi dileo dite paro. Krishna tomar hidayer dhan, tumi dileo dite paro. Dayal Vaishnava Thakur, Dayal Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Dayal Vaishnava Thakur, Dayal Vaishnava Thakur, Dayal Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Bhaja Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sivasadi Gaur Bhakta Vinda. Bhajasi Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sivasadi Gaur Bhakta Vinda. Bhajasi Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sivasadi Gaur Bhakta Vinda. Bhajasi Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sivasadi Gaur Bhakta Vinda. Bhajasi Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sivasadi Gaur Bhakta Vinda. Na Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sivasadi Gaur Bhakta Vinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori, Saparshad Siyo Dhamo Sahaya Avatari. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori, Saparshad Siyo Dhamo Sahaya Avatari. Saparshad Siyo Dhamo Sahaya Avatari. Atanta Durlabo Premo Kori Vare Dano, Atanta Durlabo Premo Kori Vare Dano. Shikhaya Saro Nagoti
सरहे उत्तम सिखाए शरणागति करहे उत्तम दैन्य आत्मनिवेदन गोपीते वरण दैन्य आत्मनिवेदन गोपीते वरण अवश्य रखिबेन कृष्ण विश्वास पालन अवश्य रखिबेन कृष्ण विश्वास पालन ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্যের শিকার ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্যের শিকার ভক্তি প্রতিকূল ভাব বর্জন অঙ্গীকার ভক্তি প্রতিকূল ভাব বর্জন অঙ্গীকার সরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার সরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রী নন্দ কুমার তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রী নন্দ কুমার রূপ সনাতন পদে দন্তে তিন ধরি রূপ সনাতন পদে দন্তে তিন ধরি ভকতি বিনোদ পরে তুই পদ ধরি ভকতি বিনোদ পরে তুই পদ ধরি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি তো অধম কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি তো অধম শিখাই শরণাগতি করহে উত্তম শিখাই শরণাগতি করহে উত্তম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদী গৌর ভক্তবৃন্দ শিবাসাদী গৌর ভক্তবৃন্দ নিতাই মোর জীবনধন নিতাই মোর জাতি নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি নিতায় বিহন আদি নিতায় বিহনে মোর আর নাহি গতি সংসার সুখের মুখে তুলে দিব ছাই সংসার সুখের মুখে তুলে দিব ছাই নগরে মাগিয়া খাব গাইয়া নিতাই নগরে মাগিয়া খাব গাইয়া নিতাই যে দেশে নিতাই নাই সেই দেশে না যাব যে দেশে নিতাই নাই সেই দেশে না যাব নিতাই অভিমুখ জনা মুখ না হে দিব জনা মুখ না হে দিব গঙ্গা যার পদ দক হর শির ধরে গঙ্গাধর পদ দক হর শির ধরে হেন নিতাই না ভোজিয়া দুঃখ পাইয়া মরে হেন নিতাই না ভোজিয়া দুঃখ পাইয়া মরে লোচন বলে মোর নিতাই দেবা নাহি আনে লোচন বলে মোর নিতাই দেবা নাহি মানে অনলবে যাউ তা
majomu kokani onolo bijauta majomu kokani dayalita ayal dayalita ayal dayalita ayal dayalita ayal gourango bolite hobe পুলক শরীর গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর হরি হরি বলিতে না অনেভাবে নীর হরি হরি হরিতে না হলে ভাবে আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে বিষয়ে ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন বিষয়ে হারিয়া কবে শুদ্ধ হবে মন কবে হাম হে রব শ্রী বৃন্দাবন কবে হাম হে রব শ্রী বৃন্দাবন রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আতুতি রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আতুতি কবে হাম বুঝব যুগলোকীরীতি কবে হাম বুঝব যুগলোকীরীতি রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আস রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আস প্রার্থনা করে সদা নরোত্তম দাস প্রার্থনা করে সদা নরোত্তম দাস প্রার্থনা করে সদা অধম দাস দয়াল গৌর দয়াল নিতাই দয়াল গৌর দয়াল গৌর দয়াল নিতাই দয়াল গৌর হু ক্যান গিভ কীর্তন ইউ ক্যান গিভ গুরু কীর্তন Do one kirtan, after that again I can do. Then you can get... Mahamantra huh? After some time. Other kirtan. So... Amono durmoti saṃsāro vītāre Pariyāya chinu yami তব নিজ জন কোন মহাজনে পাঠাইয়া দিলে তুমি এমন দুর্মতি সংসার ভিতরে করিয়াছিনু আমি তব নিজ জন কোন মহাজনে পাঠাইয়া দিলে তুমি দয়া করি মোরে পতিত দেখিয়া কহিল আমারে গিয়া ওহে দিন জন শুন ভালো কথা উল্লসিত হবে আমারে গিয়া ওহে দিন জন
सुनो भालो कथा उल्लसित होबे हिया तुम्हारे तारीते श्री कृष्ण चैतन्य नवदीप अवतारो तुम हैं नो कतो दिन ही नो जाने करिले नो भावो पारो तुम्हारे तारीते श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतारो तुम हैं नो कतो दिन ही नो जाने करिले नो भावो पारो कथा सुनिया ना अनुसीत जीनी चैतन्य गोसाई निज नाम कोरी गानो तारिलो जगत तुमियो जाइया लहुजो पोरी तनो नंदसिंह जीनी चैतन्य गोसाई निज नाम कोरी गानो जगत तुमियो जाइया लहनी जो पोरी कानो से कथा सुनिया आसिया चीनान तुमारो चरण तले से कथा सुनिया आसिया चीनान तुमारो चरण तले भक्ति विनोद कांदिया अपनो कहिनी बोले भक्ति विनोद कांदिया उनो कहिनी बोले दयाल गौर हरि दयाल गौर हरि हर गौर हरि दयाल गौर সর্বস্ব তোমার চরণে সোপিয়া করেছি তোমারও ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মরে সর্বস্ব তোমার চরণে সোপিয়া করেছি তোমারও ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মরে বাদিয়া নিকটে আমারে পালিবে রহিব তোমার ঘরে প্রতিপজনে রে আসিতে না দিব রাখিব ঘরের পারে বাদিয়া নিকটে আমারে পালিবে রহিব তোমার ঘরে প্রতিপজনে রে আসিতে না দিব রাখিব ঘরের পারে প্রতিপজনে রে রাখিতে না দিব থাকিব গরের পারে তব নিয়োজন প্রসাদ সেবিয়া উচ্ছিষ্ট রাখিবে যা তব নিয়োজন প্রসাদ সেবিয়া উচ্ছিষ্ট রাখিবে যা আমার ভজন পরম আনন্দে প্রতিদিন হবে তাহা ভোজন পরম আনন্দে প্রতিদিন হবে সায়া বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ সতত চিন্তিব আমি বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ সতত চিন্তিব আমি নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব যখন ডাকিবে তুমি নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব যখন ডাকিবে তুমি
সর্বস্ব তোমার চরণে সোপিয়া করেছি তোমারও ঘরে সর্বস্ব তোমার চরণে সোপিয়া করেছি তোমারও ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মরে What kirtan now? I can start Mahamantra now? Okay. Okay. No energy to do kirtan. No energy. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Nitai Gaur Premanand, Vancha Kalpadosh Ke Basindu Patitanam Pavanibho Vashnabhyo. Don't go and sleep. You can go, no prasadam, you can go and sleep. No, Dukitan. All day.